Ведущее предприятие региона Тверской вагоностроительный завод отметил 125 лет со дня своего основания. По этому случаю на предприятии прошли масштабные торжества, включающие в себя осмотр техники цехов, награждение заслуженных работников и многое другое. Подробности у Романа Быкова. Завод в этот день напоминал знаменитую всероссийскую выставку достижений народного хозяйства. Правда, в данном случае достижений железнодорожного хозяйства в области строительства пассажирских вагонов. Улицы, ведущие к цехам, сами производственные площади были заполнены делегациями почетных гостей. Конечно же, в первую очередь им демонстрировали подвижной состав. Одно- и двухэтажные вагоны, электропоезд «Иволга» и специализированные вагоны. Все, что вы видите здесь и в цехах нашего уважаемого завода, было сделано, конечно же, совместно вместе с вами. Да? То есть, начиная от конструкции до поставки комплектующих, сборки, приемки. Все это создается в цехах предприятия, которых теперь стало больше. Гостям показали цех новой техники. Он предназначен для изготовления образцов новых моделей подвижного состава. Здесь уже собирают медицинский поезд. И то ли еще будет. Я думаю, что благодаря этому цеху, благодаря особо опытным работникам этого цеха, вагоны быстро будут выходить к нашим потребителям услуг этих вагонов. И вы еще быстрее будете справляться с теми задачами, которые перед вами ставят российские железные дороги. Важным фактором является скорость. Теперь она станет выше благодаря и новому поворотному кругу для вагонов. Он сократит затраты на формирование составов. Также работу сделает значительно быстрее этот ультрасовременный логистический центр номер 2. Была такая проблема на заводе по логистическим потокам, поставки комплектующих. Вот здесь у нас очень много поставщиков знает, раньше как доставляли груз. И в ожидании, и какие были вопросы. Поэтому мы для себя наметили такой серьезный проект, именно создать логистический комплекс. Праздник в честь 125-летия завода, конечно же, не обошелся без торжественных мероприятий. На главных воротах открыли памятные доски в честь присвоения предприятию государственных наград. Ордена Ленина в 1966 году и почетного знака за успехи в труде, согласно указу президента России Владимира Путина в 2022. Конечно же, отметили и наиболее заслуженных работников. Среди них и Елена Кулешова, которая трудится на ТВЗ уже четверть века. Мне очень приятно. Что не просто так я хожу на работу, но я очень люблю работу, я очень люблю завод. Я очень люблю людей, которые работают на этом заводе. Всех своих девочек, всех своих мальчиков, своих сотрудников. Приехавший поздравить заводчан губернатор отметил, что предприятие всегда было лидером отрасли. В 70-е годы на заводе были сконструированы и построены первый высокоскоростной аэровагон на реактивной тяге. И первый экспресс «Русская тройка», развивающий скорость до 250 километров в час. Вот представьте себе, какая была инженерная мысль и что создавали наши специалисты Тверского вагоностроительного завода. Завод внедряет свои инновационные проекты и сегодня, продолжая выпускать самые современные комфортабельные вагоны и электропоезда «Иволга». От всей души поздравил с юбилеем тверских вагоностроителей специальный гость праздника Олег Газманов. Для меня большая честь и огромное удовольствие присоединиться ко всем теплым словам и поздравлениям в честь Тверского вагоностроительного завода. 125 лет! Ничего себе! И в завершении для всех прогремел яркий салют.